как вам это нравится, друзья. 21 октября. Белый гриб. Только полюбуйтесь. Ой, весь уже съеденный. Весь уже старый, боже. Ну что это? А я ведь ходила тут. Бродила практически, как вы знаете, через день. Ну вот один сумасшедший белый гриб нашла. Сейчас еще нашла немножко раньше один замечательный красивящий рыжик. Сейчас даже вам его покажу. И это, пожалуй, о, видите, какой красавчик. Вот не знаю, еще бы парочку хотя бы на жарешку. Ну вот это уже как-то повеселее даже, согласитесь, друзья. Посмотрите, какая прелесть. Какой красноголовик, вы только посмотрите, боже. Вы знаете, нож не взяла, но вот многие говорят по-разному. Некоторые говорят, что так нельзя рвать без ножа грибы. А многие говорят, что ничего подобного, все равно все это страшного ничего не случается. Как мне сказали, тут грибница окутала всю нашу землю практически несколько раз. Но вы только посмотрите. Нет, этот гриб, конечно, шикарный. Шикарный. И это я же иду по своим тропам, которые я знаю. И здесь говорю, вот я сейчас шла с замиранием сердца, думаю, ну неужели ни один красноголовик не выйдет здесь на моей полянке вот этой. Ну вот видите, попался. Хоть один, но есть. Ура! Есть на жарёшку. Ну вот хоть и говорят, что семействами они растут. И красные, и белые, грузди особенно, да и любые, и рыжики. Но вот вы знаете, все-таки, наверное, не грибной год. Вот вылазят вот такие сумасшедшие, наверное. Ой-ой-ой-ой, смотрите, еще один. Ой-ой-ой-ой-ой. И главное дело, перестоявшийся уже. Ой, посмотрите, боже, огромный. Даже не пойму, это белый или красный, друзья. Наверное, все-таки красный. Ой, какой огромный, боже. О, боже. О, белый, а он еще и двойной. Ура, я просто счастлива, друзья. Хотя, как мне, они не червивые. Это белый. Вот такой вот двухголовый сиамский близнец. Вот вы знаете, как мне говорили, уважающие себя грибники уже такие грибы не берут. Что же это вот он? Ну, он перестоялый, как у меня знакомая. Я пришла в прошлом году, вот тоже этих вот таких грибов. И, конечно, я считаю, что он перестоялый, но он еще нормальный. Вполне себе. Ой, а тяжелый. И вот я, когда шла тут, насобирала столько грибов, я вам рассказывала. Каждый день я по огромной сетке, по огромной сумке приносила. И потом, конечно, я начала всем своим знакомым рассказывать, что вот, делиться, что я нашла столько грибов белых, это просто кошмар, но они все перестоялые, брать нельзя. А мне говорят, что это значит, как это перестоялые, что они там червивые или что. Я говорю, ну вот они не червивые, но вот видите, это называется перестоялый гриб. Ну, друзья, я все равно его возьму, понимаете? Ой, я так рада, а пахнет, друзья, боже. Сейчас еще пройдусь, может, еще найду что-нибудь. Ну, потому что сколько я с вами хожу и ничего вам не показала. Я прям рада, что хотя бы вы мне поверите, что я за грибами хожу, а не просто так. Ну вот, посмотрите, друзья, еще один гриб. Но этот уж точно все-таки уже... Ой, все-таки уже перестоял, боже. Боже, как жалко. Ну, посмотрите. Ой, боже. Вы знаете, все-таки то, что... Да он мне все-таки не червивый в середине, посмотрите. Он нормальный. Это я вас уговариваю, типа, да? Вас уговариваю, что я его возьму все равно. И вы знаете, вот ходила, я была здесь 3 дня назад. Вот как так происходит, что 3 дня назад я ничего не увидела? Может быть, они, конечно, уже проклевывались, но их было не заметить. А уже через 3 дня они вот такие перестоялые, как недаром говорят, растут как грибы. Посмотрите на мои руки опять. Я тут как-то, помню, показывала свое видео. У меня прямо руки все черные, ногти.
стыдно даже, но уже не до маникюра. Нет, друзья, заберу. Заберу. Все-таки эта поляна моя любимая. Вот я к ней шла. Вот эта вот поляна, я ее помню каждый год. Когда хороший грибной год, то здесь прямо, я же говорю, косой коси. Ну а сейчас... Так, я что там, прошла еще один гриб, что ли, мимо, да? Посмотрите. Конечно. О, боже, я прошла. Прошла мимо. Вот он. Во-первых, уже его, их тут два. Один кто-то уже сбил шляпку. Потому что... А может быть, я такая, что сама сбила? Да нет, сбил уже давно кто-то. Два красных опять. Боже, друзья, как я рада. Как я рада, боже. Какая прелесть. Моя поляна радует меня. Сейчас еще обойду дважды вокруг, потому что... Что ж я такая слепая курица? Сейчас соберу, посмотрю еще. Тут же еще, вы же видите, тут трава такая высокая кругом. Ну вот, можно не заметить. А еще говорят, знаете, бывает, это потому что я повернулась назад, и я увидела эти грибы, я шла оттуда. Бывает, что солнце падает по-другому, и не видно. Вот посмотрите, вот прям тут стою на одном месте, посмотрите, вот еще один. Боже, моя поляна. Это, конечно, нет, это уже... Какая-то несъедобная пока. А здесь посмотрите. Это же опять белый гриб. Белый гриб. Ой-ой-ой. Как там говорят? Уважающие грибники себя такого не возьмут. А я возьму, друзья. Не поверите. Я, наверное, насушу, в конце концов. Они вот сушеные, так вообще любые. Запах. Просто невозможно. Ой-ой-ой, как я рада, как я рада. Какая прелесть. Это опять поганка. А этот, вы посмотрите. Вот такой белый гриб. Ну, не прелесть ли? Ну, денька два бы, конечно, раньше мне к нему подойти. Но вы знаете, я что-то вот не в обиде. Хорошо, что так. Ура, ура. Буду еще кружиться вокруг этой поляны. Я даже далеко не отхожу, видите? И нахожу, и нахожу. Кстати, хотела ножик взять, уже отошла от машины. Вспомнила, что ножик в сумку не положила. В машине у меня ножик. Но не стала возвращаться, думаю, будет. Вернусь не к неудаче. Ну вот теперь руками деру эти грибы. Ну вот я еще дальше прошлась по лесу, довольно далеко уже. И вы знаете, конечно... Вот только та поляна грибная, которую я знаю, вот она меня порадовала. Больше что-то не вижу. Но я сейчас пробегусь. Еще в одно место, я знаю, там опята. Вот если камеру не буду выключать, если что-то там увижу, то я вам покажу. А вообще, вы знаете, как в том рассказе, у нас уже смеркалось. Полпятого смеркалось. Далеко идти как-то не очень хочется. Тем более это ведьмин лес, друзья. Но я бегом-бегом сейчас посмотрю. Караул, друзья. Посмотрите, вам видно или нет? Это ведь опять ведьмин платок. Боже. Боже, мама! И у меня все волосы встали дыбом на всем теле. Нет, я, вы знаете, я больше не пойду. Я пойду назад. Не-не-не-не-не-не, не хочу. Вы как хотите, а я нет. Вы представляете? Ой, боже, как я испугалась. Нет-нет-нет, все шумит, мне страшно. Я побежала назад. Вам видно или нет, что это такое? Я не знаю. Мне так страшно. Главное, что уже не на дорожке, а где-то вообще в кустах и в зарослях, друзья. Ой-ой-ой. Я, вы знаете, камеру не стала выключать. Бегу назад, мне еще далеко. Я думаю, если что, я вдруг встречу, я хоть включу камеру. Будете знать, как я погибла. Вы посмотрите. Я бежала, зацепилась. И у меня разорвался кулек, и вывалились все грибы. Ужас, как я боюсь, друзья. Сейчас соберу, побегу дальше. Знаете, такое впечатление, что она не хочет, чтобы я эти грибы забирала. Но я их забрала, знаете.
Бегу. Ой, какой кошмар. И вы знаете, это все опять в одном и том же месте. Вот посмотрела вот здесь, на пересечении тропинок. Это было и в прошлом году тоже. Боже, как страшно. Фу, друзья, я выбежала с того страшного места. Это мне еще идти. Ну, наверное, по лесу метров 200 далеко. Может, даже 300. Фух, я уже здесь не бегу, здесь вроде как-то попроще. Ой, вы знаете, меня все трясет, как я испугалась. Ну, ужас. Вот тут и подумаешь, надо ли ходить за этими грибами, ё-моё. Не знаю, что вы скажете, а я так вообще. Оказывается, кишка тонка и страшно невозможно. Аж во рту пересохла. И вы знаете, вот сейчас бегу и думаю, может, она, видите, кулек мне порвала. Может, она не хочет, чтобы я грибы забирала. Нет, заберу. А потом... Вы видели, как я прошла? Их не увидела, грибов, увидела только один. Потом повернулась, они стоят. Прямо на этой... Прямо на тропинке стоят. То есть вот такое впечатление, что она заманивает. Боже, какой кошмар. Ой, уже машины слышатся, мне хоть легче немножко. Фу, ну я вышла на дорогу, вон моя машина, друзья. Ой, сейчас попью воды, передохну, поеду домой. Ой. Слушайте, бежала, вы посмотрите, все шнурки развязались. Я даже не заметила, как. Опять все ноги подрала. Боже, на ошибках не учимся. Ой, ну я хоть пришла. И то я рада. Все, друзья. Не знаю, ходок я еще в этот лес или не ходок. Что-то как-то мне уж очень было страшно, вы не поверите. Все. Пока, друзья. Приду, может быть, успокоюсь, когда грибы опять пожарю. Ой, не знаю. Боже, какой ужас. Пишите свои комментарии. Пока!